Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, ну что... А, подожди-ка, схватки. Прежде чем перейти к схваткам, давай-ка мы заберем, что у нас тут есть. Так, эволюция произошла. Результатик. Отлично. Забираем. Так, это у нас ризот. Точно. Поместили. И кто у нас тут еще? Ага. Терезинозавр. Но тут нет. Тут, к сожалению, эволюция пока не завершена, поэтому я продолжаю ее. Так, а здесь у нас трицератопс, по-моему. Да, мод 2. Поместить. Ну, давай поставим его. Подожди секундочку. Сейчас я найду местечко. Вот здесь пускай стоит. Замечательно. Так, прокачаем, наверное, его еще маленько. Все. 10 уровня он у нас. Так, и насколько я помню, еще у нас что-то там есть. По-моему, опять же, терезинозавр, да? Точно. Так, слушай-ка, у нас... Ага. Будут двадцатки, мы его прокачать сможем до 30 уровня. Получается так. Ну да. Получается так. Ладно, пускай пока здесь сидит, дуркует. Так, у нас здесь Оуэн, пускай справляется. Ну, а я, пожалуй, гляну, что у нас есть за события. Так, любое животное. Так, точное число модов 3. Опять же, любое животное. Так, легендарки, это схватка редких. 3 легендарных, ё-моё. Офигеть, Литронакс, Страдон, да, конечно, ага. Да, побежал уже. Битва за золото. Хм, любое животное. Ну давай попробуем столкновение сделать. Так, кентрозавр. Против кентрозавра можно поставить. Ты посмотри, как, а. Ну кого тут можно влепить? Ну какого-то хищника. Давай попробуем, наверное, раджастегу поставить против скафагната. Я, наверное, поставлю анкилодока. А вот против Преназуха нам надо будет поставить, наверное, Эдиуморфодона. 600... Еще серьезно, что ли? 666 тысяч. 666 монет. Ладно. Давай я сделаю так. Возьму себе бонус. Мне кажется, он сейчас будет меняться. Он поменялся, ребята. Он поменялся. Так, если я возьму Эдиуморфодона и бомбану, как думаешь? Так, ну понятное дело, он взял один блок. Он опять меняется. Так, он меняется и атакует. Ну что же, я тогда тоже, наверное, поменяюсь и две атаки ему пропишу. Вырубим же, да? Блин, 75 хп ставили всего. Да как так-то? Меняется, да? Вот сейчас нас ушатает. Да, ребята, ушатал он меня здесь, конечно. Получается, раз, два... Раз-раз. Валим, короче, мы этого хламона. Скафагнат 100% побежит сразу меняться. Он не будет, он не рискнет. Рискнул? Да ну нафиг. Ты что, серьезно, что ли? Больной, а? Он просто, ребята, больной на голову. Камикадзе какой-то, если честно. Просто камикадзе. Ясен перец, мы его вырубаем сразу же. Ну и что тут остается? Кентрозавр, у которого 75 хп. Ну давай. Понятно. А теперь лови плюшку от моего Эдиуморфодона. А сколько боев-то там надо было? 3, да? 3 боя, блин, у нас не хватит динозавров на 3 поединка. Ну что, победа.
Первая победа моя за, наверное, сколько мы в последний раз? Наверное, около года, да? Нет, какой? Полгода где-то мы не играли. Так, ну что, следующий у нас. Каритозавр, Кецалькоатль и Шунозавр. Так, ну здесь понятно, не до минус берем. Против Кецу я возьму Апатозавра, наверное. А против Шунозавра Таникалагриуса. Ну и будем надеяться, что у нас все получится. Блин, 666 тысяч, почти полляма, блин, бабок надо отдавать за это все веселье. Неужели Кецу будет брать? Угу. Я бы, в принципе, могу и Кецу вырубить. Я рискну. Все, ему хана. А вот эти вот ребята нам ничего не... Ну как они ничего не сделают? Они, конечно, могут там все втюхивать в атаку. Но, как ты понимаешь, для Индоминуса это просто щекотки. Вот так вот я сделаю. Вырубаем этого каритозавра. И вот Шунозавр. Шунозавр вообще ватник. Сейчас мы его положим в баньки. Зашибись. Все получилось. О, махина. Это я понимаю, махина. Ну что, у нас последний поединок. Диморфодон, спинозавр и плюс царкозух. О, черт. Так, нам здесь придется тогда брать. Че за ценники-то такие, ё-моё. Сделаем так. Сделаем так. И вот так. Другого варианта не вижу, ребят. К сожалению. Только лишь вот так вот. Пойдет меняться. 100% будет меняться он. Угу. Раз, два, раз. Я вот так сделаю. Что же нам тогда? Нам надо его гасить. Раз, два, три. И вот так сделаем. О, вырубаем. Так, Диморфодон. Две атаки в любом случае ему придется. Три даже потратить, три. Две он оставляет себе на запас. Две оставляет он себе на запас, да? Получается, нам нужно сделать... Раз, два, три, четыре. И вот так. Вырубаем. Царкозух. Ну, боюсь, он здесь проиграл. Да. Птеродактиль его просто сейчас разнесет в хлам. И никакая защита ему здесь не поможет. Замечательно, друзья. Просто великолепно. Мы прошли с вами это событие. Молодец, красавчик. Так. Воу, нормально. И скалозавр мне выпадает. Плюс еще 130 очков доверий. Ну что я тебе скажу, очень даже неплохо. Так, Оуэн, иди разберись, пожалуйста. Так, здесь забираем битву за золото. Так, пройти турнир важный... Подожди-ка. А где у нас обычный? Доведите 10 динозавров до 40 уровня. Давай посмотрим, что у нас еще есть. Любое животное, столкновение. Так, а может быть вот здесь попробовать? 1500 очков доверия разыгрывается, ребят. Да ну нафиг, хорош. Подожди, что, любой живот... И здесь, и там, что ли? Так, ну хорошо, давай попробуем. Я офигею.
Да нет, не получится мне с ними сразиться. А здесь? И здесь то же самое. Что за фигня-то? Ну-ка. Сколько там поединков надо? Три. Тебе не кажется, что слишком как-то мощно здесь? Тиранотитан 37 уровня. Куда? Как я с ними тут должен драться? Ну, возьмем, например, нундагозавра. Допустим. Сюда я возьму спинораптора. А сюда тиранодона. Слушай, я просто сейчас моду выкину в никуда, и все, ребята, никакого толку от этого не будет. Понимаешь? Может быть, тут тоже любых три жив... Ой. Саламандра. То есть... Ага. Они тут втроем, да? Может быть, вот тут попробовать? Блин, он у нас не прокачанный, не шиша. И 30 баксов не хочется мне отдавать. Победить 30 противников. Ну, давай так попробуем. Понятно, что сейчас он с одной плюхи нас вырубит. Угу. Раз, два, раз. А чего это такое идет, интересно? 75%, 85%. Ага, поменялся. Ну, давай я попробую... Блин. Раз, два, три. Ой, что я сделал? Я хотел атаковать. Не то я немножко сделал, конечно. Угу. Так-с. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. Че, вырубаем сразу же? А все остальное он хочет сказать сюда поставил, что ли, получается? Ну ладно. Заряд. Нет, парень. Такой фокус тут не прокатывает. Погнали. Замечательно, вырубил я его. Блин, вот это мощь, да, ребята? Просто машина для убийства, я не знаю. Такой здоровый монстр. А, да тут еще надо. Ну давай. Главное, три любых животных. У меня их всего-то три. Ну, по старой схеме, да? Будет наносить урон? Конечно, будет. Фиг он просто так меня отпустит. Раз, раз, два. И вот так. А этот, по-моему, будет сейчас меняться, да, с саламандрой. Ему вообще резона нету против меня бычиться. Угу, вышла саламандра. Но я думаю, что надо делать раз, два, три и вот так. Должен вырубить, по идее. Ну да. Минус саламандра, и выходит джиггернаут.
Ну, даже если он тут повысит себе атаку, это ему не поможет абсолютно никак. А я буду атаковать. Я буду его атаковать жестоко. Все, до свидания. Нам нужно было две победы сделать, я сделал. Поэтому забираем пак. Блин, жалко, что события какие-то очень жесткие и пройти не могу. Оу. Приз за босса. Опа, неплохо, ребята, 9500. Слушай. Блин, а там-то столько столкновений. Как думаешь, я смогу здесь справиться, а? Блин, 50 долларов, дофига. И боев, ты посмотри, сколько. 4 штуки. Да. Давай попробуем сами сыграть. Отлично. Получилось. Ты Николай Грюс, да, у нас тут? Да в плане не успел. Да как так-то? Да... Не злись. Блин, нам хотя бы до синей дойти. А то он, как всегда, сбежит. Не злись, говорю. Совсем плохо стал играть, ребят. Существо сбежало. Блин. Собрать команду. Ну, давай соберем команду. Ловите его. Ай, поехали. Надо было волну отправлять мне и не париться здесь. Сейчас-то, конечно. Задание на изи дают нам, чтобы мы справились. Да как так-то? Я же нажал вовремя, когда моргнул. Ну, сфигали, блин. Непонятно. Сосредоточьтесь. Вы бы еще, блин, раскидали бы, блин, по всей карте бы. Сосредоточьтесь, они говорят мне. 1580 опыта. Нет, Оуэн, иди-ка ты справляйся, я не могу с ними здесь расправиться. Так, ну что там у нас? А випка? ПВП. Блин, у меня даже заданий по ПВПшкам, что ли, нету? Странно. Так, где мои ежедневные задания? Так, турнир схватка. Соберите, так, пройдите битву титанов. Нет, подожди, а обычное это наше задание? Где наши обычные ежедневные задания? Что-то они не то мне дают. Вот это надо выполнять. Так, откройте наборы карточек. Используйте ускорение, потратьте еду. Совершите 3 сделки. Да, сделки мне не делали. Так, 133 ДНК меняется на 54 бакса, да? Давай. Обменяем. Так, на еду. Кратер славой. Можно поменять. Так, путы на очки доверия я не хочу. О, мегатерий. Так, у меня нету столько. Очки доверия на баксы. Давай. Давай поменяем. Баксы у нас в приоритете. Ну что, здесь я выполнил. Забираем. Откройте набор карточек. Так, потратить еду. Собрать моды. Давай-ка моды будем забирать.
Где мой? Ну давай, эхо. Что ты нам там дашь? Из обычных модов мы получаем с тобой... Ага, снижает показатель атаки. Давай второй. Только не вылетай, пожалуйста, игра, а? Так, ну, ребят, как вы поняли, вылет был. На рулетке именно. Так, Оуэн, иди разберись. Мне нужно дальше выполнять задание. Так, еще моды. Эхо. Давай мне вот это. Редкий, пожалуйста. Что-нибудь из редкого. Прочная кожа. Такое себе. Так, использовать ускорение. Откройте набор карточек. Потратить еду. Вопрос в том, на кого мне потратить еду? Кто у меня хочет прокачаться? Подожди-ка, мы же с тобой вроде бы кого-то... Ризот. Где Ризот? Сейчас мы его качнем. Вот он. Отлично. Я задание выполнил. Так, забираем. Дальше, значит, в кайнозойку и водные. Водная одна битва. ПВП. Давай, поехали. Водные. Раз, два, три. Кстати, там победа. 50 баксов за то, что ты закончишь это событие. Я считаю, что неплохо. 50 долларов. Тратишь 5 баксов, получаешь 50. Выгодно. Так, вот только не надо, пожалуйста, зависать на выборе соперника. Такое тоже, ребята, может быть, и придется перезаходить в игру, скорее всего. Ну вот, видишь, я же говорил, что... Если это не сработает, то... Как бы бой не засчитывается, и... Персонажи у нас не отыграны. Но мне кажется, соперников не будет находиться. Знаешь почему? Потому что у меня VPN не включен. Наверное, надо попробовать через VPN-ку. Если тогда подключится, будет хорошо. А так, видишь, нифига. Хотя рекламы я смотрел. И все идет нормально. Ладно, давай попробуем тогда через VPN. Так, ну давай посмотрим. VPN подключил. Будет ли у нас находиться соперник или нет. Да, ребята, с VPN-ом все работает. Без VPN-а нет. Ладно, нам нужно один поединок отыграть. Только, пожалуйста, вот тут не зависай. Оно бывает здесь может зависнуть, понимаешь, в чем дело? Нет, вроде прогрузилось, отлично. Что же делаем? Давай, наверное, я встану в защиту. Так, меняет. Блин. Ну, давай я возьму Генодуса. Давай так, рискну. Опять будет меняться, да? Хорошо. Атакует еще к тому же. Ну, что же я могу сказать? У нас кто? Вот этот вот нормально по нему бомбит, по идее. Давай влупим. Готов. Леоплевродон. Но он явно будет сейчас менять. Атаковать он не будет. Это и ежу понятно. Да ладно. Это было глупо с его стороны. Он все слил абсолютно, ребят.
А мне нужно тут сколько? 1500 ему, да? Погнали. Ну, я не ожидал от него, конечно, такого шага, скажем так. Ну, давай, Кайвике. Делай что-нибудь. Ну, давай, Генодус, выходи. Проучивать будем нашего противника. Панцирем просто в табло. На, и готов, охламон. Ну что, молодец, мы прошли события. Видишь, VPN включаешь, все работает. Без VPN нифига не работает. Приз любителя. Еда. Ну, давай, хотя бы еда будет. За рекламу давай сделаем. Крутанем. И забираем. Блин, я бы бакулита бы лучше бы получил бы. Ладно, еда. Так, подожди, а нам что надо? Блин, нам надо было разными тремя разными. Ой, как же так тупанул-то я. Там нужно три разных, а у меня были одинаковые. Ладно, давай, Кранозавр, Зуходус, например, и Кайвике. Ну, мне кажется, сейчас противников подберут под Кронозавра, и поэтому Зуход... Хотя, ты знаешь, здесь не обязательно выиграть, здесь главное просто сыграть. Ну, выиграть это уже идет как бы нам в плюсик. Давай так сделаем. Так, что же он будет делать? Ксинотодон. Поменяется, наверное, да? Мой ход. Давай так попробуем. Ах ты, жук ты навозный. Все-таки блокировку взял. Он взял все-таки блокировку. Интересно, девки пляшут. Давай три возьмем. Все, попал. Ну что, у него тут тринокромерум. Ему придется сливать три атаки. Он слил три атаки. Одна у него остается в запасе, да, получается. Значит так. Хоп-хоп. Гасим. И сейчас, как его звать-то, я уже забыл. Да, Дунклиастей. Дунклиастей. Посмотрим, что он будет тут делать. Ему, по идее, нужно 4 атаки сливать. Но он ничего не делает, ребят. А если я сделаю вот так вот, и все в атаку. Все, ему крышка. Нормально. Ну что, ребят, победа. Все у нас получилось. И награду как раз еще заберем. Так, нам нужно будет еще потом в Канезойку идти, кстати. Дали бы мне пак, а? Но нет. Дают просто 11 тысяч. Хотя реклама еще есть. Так, 750 ДНК. Забрать. Замечательно. Так, использовать ускорение. Использовать в Канезойке трех разных животных. Канезойка, да, значит? Ну, пойдем. Трех разных. Раз, два, три. У нас как раз они идут все разные. Пустынники, ледяной типа период и пещерники. Упс.
Два пещерника. Пещерники вообще какие-то дикие, если честно. Просто не дают никому покоя. Ладно, будем топтать их. Так, они, по-моему, боятся снежников, насколько я помню. Давай сделаем так. Сейчас пойдет меняться, скорее всего. Ну давай, Унтетери, что ты там задумался-то опять? Ходить не стал, да? Ну и по итогу. А по итогу он раскрылся, ребят. Вот что я хочу сказать. Ну давай. Раз, два. Блин, он все потратил, не все, не помню. Давай сделаем так. Ну что же, ему придется потратить два очка действия. Два очка действия он потратит. И два остается у него, да, на запасе. Наверное, так как-то придется делать. Твою налево. Ну кто же знал-то? О, так у него атака тут слабенькая, у этого архиофициона. ХП много, а вот атака маленькая. Даже если он нас ушатает, я думаю, что... Сейчас посмотрим. Но у него все равно вариантов нету. Да, он сливается. Так, ну а мы тогда... Нашим по ногту самому... Блин, сложно будет, конечно, его тут вырубить. А с другой стороны, фигли делать. Ах ты жук навозный. Нет, все, мы его пробили. Я думал, что не хватит у нас, потому что он взял одну защиту. Но все хорошо. Ну все, 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 Паноктус, молодец. Красавчик, завалил его, забамбашил. Крутим. Не, я больше рекламу, ребят, смотреть не буду. Улетает при рекламе, поэтому перебьюсь. Давай заберем здесь. Опа. Так, значит, завершите женевки. Откройте набор карточки и используйте ускорение. Набор карточек-то я не знаю. Нам никак не получится открыть. Потому что у нас нету просто элементарно этих карточек. А ускорение? Ну, ускорение можно вот здесь потратить. Это считается, ребят, как потратили ускорение. Так, что-то мы заработали. 30 тысяч еды. Лучше бы нам пак бы дали какой-нибудь. Вот это я открывал недавно, на днях. Так, еще тут забираем. Получить Дина. Ну, два скафагната, не хочу, ребята, я их. А есть у нас что-нибудь... Начать эволюцию. Нужно потратить 400 тысяч. Давай. Пускай. Пускай улучшает. 400 тысяч я потратил хавчика. Ну, в общем, пак мне не получить. К сожалению, ребят. Поэтому ежедневки вряд ли сегодня получится. Но, тем не менее, все, что смог, и я попытался сделать. Так что, ребяточки, на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.